Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по немецкому буксу Superhome Incom. Значит, я хочу сегодня купить пакет, ну и поделиться своими результатами. А результаты какие, друзья, у меня? Заработано у меня $59. Я ежедневно захожу, просматриваю вот эту рекламку и вот эти ПТСки. Без вложений это у меня все заработано. Значит, сюда я нажала, как бы вот на свое имя, фамилия. И я вставила пин-код. Сейчас перебросит меня на страничку. Так, опускаюсь ниже. Вот сюда я ввела пин-код и нажала чек-пин. В общем, ничего я конкретно не поняла. Знаю, что у меня аккаунт активирован. Наверное, он сохранился, я так понимаю. Далее что? Захотела я прописать платежные реквизиты. Нажала вот сюда WinDraw. И вот сюда как бы на красную вот PR хотела прописать. Ничего у меня не прописалось. Меня перебросило вот где была на предыдущей страничке на пин-код. Значит. Далее что? Давайте перейдем к покупке пакета. Bio-отпак. Возможно, при пополнении кошелек сам пропишется. Я буду покупать пакет за $5. И мне это, друзья, по желанию. Бокс без вложений. Будет доступно на $5 500 баннер и текстовых кредитов. Так. Далее еще мне будет доступно 50 обмен трафика визитов. Ну и на $5 180%. Значит, сюда я вставляю сумму $5. Делаю все в режиме онлайн. Значит, здесь у меня что? Нужно указывать платежный реквизит. Payer. Так. И Purchase Pack. Ну что, я Payer указала. Нажимаем. По идее, должно перебросить на платежную систему. Угу. Смотрите, значит. Так, 25. Нет. А что это такое? Purchase. 25 стоит. Нет, назад. Вернемся, бак. За что, $25 мне, что ли? Так, пакет. А, аккаунт пакет. Это мне сумма надо. Я покупаю один пакет, друзья. Количество пакетов вставляем. А вот $5. Это я нажала 5 пакетов. 5 на 5, 25. Вот как. Один пакет я покупаю. Далее уже выбираю платежную систему Payer. И вот $5. Один пакет. Так, и теперь уже нажимаю сюда. Вот теперь правильно. $5. Видите? Payer. Должно перебросить на платежную систему для оплаты. Угу. Все верно. Меня перебросило на Payer. Выбираю USD. Далее подтверждаю. И меня перебрасывает обратно в кабинет. Так. И что? Я оплатила пакет, друзья.
Так, хом. Как все здесь русского нет? Значит, что у меня куплен пакет? Надо посмотреть мой пакет. Бью. Так, это у меня просмотрено. Так. Сейчас я поставлю на паузу и разберусь немножечко. Да, друзья, у меня куплен пакет. Я нажала вот на эту Wafer Ways. Так, и... Так, пакет вот сюда. На нижнюю. И вот мои пакеты. Мне теперь будет начисляться 180%. Вот стартер пакет. Процессор Pair. Давайте переведем на русский. Посмотрим. Заброшенный. Активный, да? Так, еще ничего не заработано. Так, а так как только что я пополнила. Стартовый пакет. Дата покупки. Транзакция и процессор Pair. Вот, результаты на странице. Актив. Так, далее. Это у нас зарабатывает деньги. И я буду теперь мне просматривать вот рекламки. Вот этих 10 из 10. Завтра мне должны уже повыситься они. Вот. На одну монетку, наверное. Значит, управление. Так, вот добавить рекламу обмена трафиком. Здесь мне теперь будет доступно. Так, это я все потом. Далее управление. Добавить рекламные баннеры. Это вообще супер. Так. Ну, вот мне вот есть проектик прорекламить. Далее добавить и текстовые объявления. Вот эти мне все, вот три мне доступны сейчас. Ну, в принципе, на этом все. Чтобы видео не затягивать. Вот. А размещение рекламы уже в следующем, как бы, видео. Здесь находится, друзья, наша партнерская ссылочка. Рефералы мне принесли, что 6 центов. Здесь, чтобы ваш аккаунт был активирован, нужно загружать фотографию, паспортные данные. Это немецкий букс, а немцы очень скрупулезно ко всему относятся. Вот. И после чего они убедятся, что вы реальный живой человек, они эти паспортные данные удаляют. Они им ни к чему. Вот. Так что, если кто боится... Ничего страшного в этом нет. У меня есть партнеры. Вот у кого-то есть фотки, у кого-то нет фоток. Вот. Наверное, люди боятся. Неподтвержденные. И вообще не знаю, зачем человек рекался, если никогда не заходил. Вот. Ну, всем удачи, больших заработков. Продолжение будет следовать. До новых встреч.